Как стать богиней за 3 дня? Очищающая овсяная диета творит чудеса. Овсяная диета позволяет не только эффективно сбросить лишний вес в короткие сроки, но и способствует оздоровлению всего пищеварительного тракта. Сроки соблюдения овсяной диеты подбираются индивидуально в зависимости от количества лишнего веса и выдержки, но не более 4 недель. Примерное меню на 3 дня, благодаря которому можно сбросить до 3 килограммов. День 1. Завтрак. Овсяная каша, приготовленная из половины стакана хлопьев и воды. Второй завтрак. Чашка зеленого чая и 5 ядер любых орехов. Обед. Половина стакана хлопьев запарь кипятком. Добавь 1 чайную ложку меда. Полдник. 100 грамм салата из редиса с огурцами. Ужин. Половина стакана хлопьев запарь кипятком. Добавь горсть сезонных ягод. День 2. Завтрак. Овсяная каша, приготовленная из половины стакана хлопьев и воды. Второй завтрак. Стакан кефира. Обед. Половина стакана хлопьев запарь кипятком. Добавь 1 чайную ложку меда. Полдник. Половина грейпфрута. Чашка зеленого чая. Ужин. Овсяная каша, приготовленная из половины стакана хлопьев и воды, 2 штуки чернослива, 2 штуки кураги, 1 инжир. День 3. Завтрак. Овсяная каша, приготовленная из половины стакана хлопьев и воды. Второй завтрак. Обезжиренный йогурт без добавок. Обед. Половина стакана хлопьев запарь кипятком. Добавь 1 чайную ложку меда. Полдник. 1 апельсин, чашка зеленого чая. Ужин. Половина стакана хлопьев запарь кипятком. Добавь горсть изюма.